Здравствуйте. Сейчас я собираюсь провести эксперимент по сравнению того, чем лучше обезжиривать молд для куклы Реборна. Вот мы взяли две ноги одинакового с одного молда. Это мягкий молд обыкновенный. Так, здесь две миски с водой. Это жидкость для мытья посуды, это сода. Также мы взяли две тряпочки, вот одна для одной миски, вторая для другой. И вот краски обыкновенные, акварельные, просто чтобы посмотреть, насколько жирный он остается. Мне все время мучил вопрос, почему я как не обезжириваю, все равно он жирный. И дело в том, что я живу в Австралии, и у нас в Австралии не продается чистый спирт, которым многие пользуются для обезжиривания молда. Единственное, что я пробовала, это водка. Водка — это 40% алкоголя. Но все равно у меня не получалось то, чего я хотела. Все равно молд оставался довольно жирным. И вот сейчас я попробую его обезжиривать двумя способами. Так, сейчас пробуем нанести черную краску на обезжиренный молд с помощью средства для мытья посуды. Вот смотрите, что происходит. Он ужасно жирный все равно. Краска на нем не ложится. Она вот просто, вот как она, очень жирный. Просто слов нет. Так, хорошо, сейчас я быстренько это смою. Краска его не попортит, потому что это простая акварельная краска. Сейчас просто все быстро смоем. Ну что, пробуем содой. Давайте пробуем. Так. Сейчас кисточку хорошо надо вымыть. Сода. Накнем сначала тряпочку. Возьмем соду. Так, ну что, пробуем. Сейчас высушим. Приступим к эксперименту. Так. О. Все равно жирный. Причем очень. В общем, результат у меня меня не устроил ни тот, ни другой. Поэтому я решила прибегнуть к крайним мерам. Я решила добавить уксуса в соду. И произойдет интересная щелочная реакция. Вот, шипит. Теперь берем тряпочку. Иногда прямо кажется, что только наждачка. Извините за мой юмор. Но я просто уже в отчаянии, потому что сколько ж можно пытаться это сделать. Хочется же наносить краску нормально, чтобы она держалась. Ну что, моя родная кисточка. Хорошенько я промою, потому что, ну,
Должно быть чисто. Что, берем краску? Пытаемся рисовать. Да что такое? Почему она все равно такая жирная? Люди, помогите! Я не знаю, что мне делать. Как мне обезжирить молд? Ну, а сейчас попробуем обезжирить чистым спиртом. Так. Ну-ка. Пробуем черную краску. На самом деле хорошо ложится. Правильно. Так что, товарищи начинающие реборнисты, не экспериментируйте. Берите чистый спирт для обезжиривания молда. Мыть его, конечно, лучше, конечно, помыть, но все равно обезжиривать потом чистым спиртом.